саммит в Астрахани, мы здесь обеспечивали безопасность как прилегающая территория. Много транзитного транспорта проходило. Были определенные нарушения со стороны иностранных граждан, которые незаконно находились на территории Российской Федерации. Мы, у нас в том числе? Они проходили через нашу территорию. А, они ехали из Дагестана в Астрахань. Мы их, конечно, останавливали. Порядка 60 человек узбеков сняли и отправили в Узбекистан, то есть депортировали. Потом в целом установка нормальная. Значит, порядка 10 информаций в ваше отсутствие было направлено на ваше имя об угрозе безопасности. Я думаю, что они все будут рассмотрены. Мне Зотов докладывал утром. Он там решение частично принял уже. А часть находится на исполнении, но теперь уже я прослежу. Мы с вами после единого дня голосования не виделись, но я вот до вас беседовал с Андреем Васильевичем, ну и сам, в принципе, по тем дням знаю и помню. В целом все прошло достаточно успешно, спокойно. Я хотел бы поблагодарить вас лично, Павел Николаевич, и попросил бы передать свою признательность, благодарность личному составу. Спасибо. Сложные выборы были. Обязательно. Тем более у нас они в двухуровневом плане происходили. Выборы в Валестинское городское собрание, выборы главы. Выборы главы вообще за 12 лет первые. Вот этот блин не оказался.